Здравствуйте, с вами Certum. Сейчас я расскажу вам, как выбрать для вашего будущего компьютера устройство хранения информации. Ссылки на часть других комплектующих есть в описании. Итак, выбор устройства хранения информации без лишней мороки состоит из двух этапов. На первом этапе вы должны определиться, что вам требуется для ваших целей и задач. Если вам нужна повышенная скорость записи и чтения данных, то вам нужен SSD-диск. Если надежность хранения данных, то вам нужен HDD-диск. Например, мне нужна и повышенная скорость, и надежность хранения, поэтому я взял SSD-диск для быстроты и HDD-диск для хранения. На втором этапе, что касается SSD-дисков, делайте выборку в понравившихся вам интернет-магазинах, исходя из ваших задач по объему хранения. Чтобы у вас хватало места и для операционной системы, и для пары-тройки игр, которым важна быстрота, вам необходимо взять диск не менее 120 ГБ. Затем, среди отобранных по объему, выбираете устраивающие вас диски по быстродействию и цене, а также проверяете, какие у них разъемы для подключения к материнской плате и есть ли они у вашей материнки. Например, я планировал взять SSD-диск на 256 ГБ со слотом M.2. Я выбрал для себя из имеющихся в продаже на ноябрь 2017 года вот такой NVMe SSD Samsung 960 Pro. Но минимальный объем такого диска оказался 512 гигабайт. По крайней мере, меньше я не смог найти в продаже, поэтому пришлось сильно переплатить. Что касается HDD-дисков, с ними проще. Просто делаете выборку по необходимому вам объему, в данный момент советую брать минимум 1 терабайт, и смотрите, какой не сильно кусается по цене. Но не забывайте, что, как правило, при равном объеме, чем дешевле диск, тем меньше его надежность. Я выбрал для себя вот такой HDD-диск VD Red Pro на 4 терабайта из-за его очень высокой надежности. Уточню, что вам не обязательно, как мне, брать и SSD, и HDD. Можно установить либо тот, либо другой. И еще раз повторюсь, все зависит от ваших целей и задач. Выбор всегда за вами. Для пущей верности можете, отобрав 2-3 устраивающих вас варианта, посмотреть на них обзоры в интернете. На этом все. В следующем видео я расскажу вам без заумных деталей, как выбрать видеокарту. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч. Не видно. Дымок пошел.